вернулся. Все, мы уже привязываем ниточку. Мужик, что ты делаешь? Всем привет, ребята, с вами Виталий Зеленый. И вы, думаю, по названию уже догадались и по превью картинки, какое у нас сегодня будет видео. Ну, я надеюсь, оно у нас получится. До темноты у нас осталось часа два. Темнеет рано, в 4. Сейчас на часах уже 2 часа дня. Так, я вам хочу рассказать, какие у меня траблы. Я вот вышел из дома, пришел в машину, открыл, начинаю заводить. У меня, ну, сигнализация выделывается, получается, ну, на ключе. Я пользуюсь, ну, как просто замок открываю и все. Открываю замок и, наверное, на ключе нечаянно нажал. И у меня сработала сигнализация. Отключить ее только нужно вытянуть какой-то предохранитель. Я не шарю. Вот. Ваня меня вытягивал предохранитель, когда такое случалось. Я набрал пацанам уже, ну, они подходят. Ваня сейчас придет и вытянет предохранитель. Я вам сейчас покажу, как это происходит. Когда я поворачиваю только ключ в машине, начинает срабатывать сигнализация. И шумит на весь дом. Мне аж стыдно чуть-чуть. Смотрите. Капец. Потом она сама тухнет. Что за приколы? Короче, чтобы ее отключить, мне нужно дождаться Ваню. И мы поедем брать Запорожец. Если Запорожец заведется, мы привяжем к Запорожцу веревками. Диван хотим попробовать привязать. Я еще хочу взять миску. Летит делегация, бригада, смотрите. Жесткие. Что? Что делаешь? Ты что, взломал отверткой? Да, так, Ваня, давай делай. Вот поверни ключ, увидишь, что будет. Поверни ключ. Давай, вытягивай. Быстрее. Время у нас. У нас время, блин. До темноты хочу успеть заснять. В общем, провозились бы 40 минут, но не мы, а Ваня. Там схемы какие-то пооткрывал. У нас получилось более-менее. Звук мы отключили. А повороты все равно моргают. Сигареты. Дедуля сигарету просит. Ну, теперь мы, когда ее заводим, у нас моргают аварийки. Ну, потом они со временем выключаются. Ну, пофиг. Солнце уже садится, нужно уже суетиться. Все, ребят, сегодня уже мы не успели ничего заснять. Переносим на завтра. Машина подвела, я в шоке. Пока возились с приорой, уже и солнце зашло, он уже видно. Короче, ребят, все, переносимся на завтра, так как я не хочу портить контент, то есть, ну, качество видео, так как по темноте, ну, что вы там увидите? Вы понимаете. Давайте, ребят, переносимся на завтра. Все, ребят, наступил следующий день. Приехали мы с пацанами, они стесняются зайти до Жужика. У нас, кстати, за ночь притрусило совсем чуть-чуть снежка. Вот. Сейчас будем пробовать заводить Запорожец. Сейчас вам покажу. Тут небольшая фиаско. Вот, смотрите, колесо подспущено. И я думаю, что сделать. Я хочу вот этот диван. Родители даже не знают еще, что я хочу. Я просто без их спроса привяжу этот диван на буксир к Запорожцу. К бамперу, наверное, привяжем вот сюда. И будем наваливать. Прямо здесь по улице. Ребята, с горем пополам мы завели эту чудо-машину. Я уже отогнал копейку. Пап, что-то ты не очень в состоянии у тебя. Мы контент будем снимать. Мы сейчас диван хотим привязать к Запорожцу. Можно? Папе все равно. Потом мы бутылку пивка тебе привезем. Ну что, будем выгонять. Папа не очень в состоянии, ну вы поняли, будун. Ваня, как, работает? Да. Ему вообще пофиг, запросил. Крыша погнута, тут все. Скотч доставай, где там скотч? Все, ребят, выезжаем. Привяжем сейчас вот этот диван и прям по улице будем тянуть его. И нам пофиг на все. Ну что, надо поисполнять, почудить что-то. Ставьте сразу, ребята, лайк. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Мне очень будет приятно. Все, ребята, забрали мы только что Фому на копейки. Фома уже все, с утра уже с пивом. Да нет, это не мое. Так а что это ты? Да ну это ладно, это батя, а это? Сорми. Фома, ты с Норвегии только пришел? Вот тазик наш.
на котором мы тоже будем кататься. И веревки я взял, которые мы будем привязывать до Запорожца. Я не знаю, пацаны, куда будем привязывать, чтобы бампер оторвется, думаю. Ну, я думаю, к бамперу, пофиг, если что. Скорее всего, трос, а не веревка. Ну, это трос, да, это буксировочный трос. Так и есть. Вот. В общем, пацаны, пошлите вытаскивать диван. Пошли диван вытаскивать. Ай, нихуя себе. Смотри, я могу без руки, блядь. Да, Ваня, он потеряется, блядь. Я сейчас создание потеряю. Зуба, сигаретка, покажи. Сейчас коньячок выйдет. Чушь, его запорт не утащит. Это утащит. То как можно было запорт так подносить его. А ну стой, стой. Все, мы уже привязываем. Ниточку. Ниточку. Что ты хочешь? Да ты что, серьезно? Ну, и что оно? А, ну если оторвать, то вообще полностью жопу запорожца. Ты что, к радиатору привязываешь? От движка сразу. К мотору сейчас привяжут, понял, мотор выдернет нафиг. А ну, глянь, руки не грязные, не? Сука. Давай теперь к дивану, Иван. Делаем вот такие узлы. Жесткие. Ну я не знаю, это невменяемая идея какая-то. Морские. Что ты как ты думаешь, Лёха, эта идея как тебе? Невменяемая, да? Ну пока неадекватно. Неадекватная, очень неадекватная. Интересно. Интересно на самом деле. Делай это. В натуре думай, это мы будем. Ты ебать, я ж не говорю, нормально. Виталий, а что ты за форшмак, блядь? Никита говорит, завязал, как боже. Ну все, ребята, в принципе, мы готовы. Все связано. Фома, ты готов ехать? Да. А я что, сам? Ну, да. Нет, я что же. Нет. Так а кто? Мы еще не определились, нет, кто за рулем будет. Это хуёво. Открывай пиво. Нет, брат. Я себя грех не возьму, пацаны. И все. Не, ну я, нет, я типа... Натуре, кто за рулем? Кто-то я может могу сесть сначала тут, я за рулем сяду. Ну, Иван. А типа... Ай. Иван, садись тогда. Камеру потом я в камеру бери. А ну, в руку, струна, сейчас перевернешь. Надо с ножками что-то делать. О, давай, сейчас ножки можно как раз пообрать. Что-то слабый запор, блядь. Блядь. Что с это капец. Вот, смотрите. Не, знаете что? Там он бугор. Теперь должно нормально машина быть. Машина едет. А я сейчас уступлю. Там теперь должно нормально быть. Пробуем дубль 2. У нас тут не получилось немного из-за того, что там бугор. И диван уже у нас поломался. Это жестко, короче. Ребят, кстати, кто не видел, у меня шапка вот на канале новая появилась. Тут, когда заходите, главная страничка, там шапочка такая. Мне это сделал Влад Ярош. В общем, я на него ссылочку оставлю в описании, и кому нужна шапка, тоже обращайтесь. Спасибо, Влад. В общем, ребята, обращайтесь, ссылка в описании. Тихай, Ваня!
посмотрите, что они с диваном сделали. Ого, нифига себе. В смысле? Ребята, лайк за контент. Ваня, расскажи свои эмоции. Непонятно. Непонятные эмоции? Непонятно, когда спрыгивает. Страшно? Да. Запчасти типа отваливались. Кирпичи давно, нахуй. Смотри, запчасти везде. Лех, давай теперь мы с тобой попробуем. Да, можно. Ваня, сядешь за руль? Все, ребята, сейчас мы с Лехой пробуем. Леха, серфинг. Дебил! Мужик, что ты делаешь? Давай! Давай! Ваня заглох. Короче, ребята, походу никто ничего не снял. Я только что разворачивался. Ну, Фома говорит, что-то снимал, ну, короче, факт в том, что трос начал натягиваться, жесткий был дерг, и вот он порвался. Жесткий дерг. Смотрите. Смотрите, что здесь происходит. По всей дороге вот такая вот шушваль. Сейчас нужно пособирать, чтобы нас не гундели. Каждый из пацанов несет какую-то доску с собой. Всякое тряпье с дивана валяется. Это жесткая затея. Невменяемая. Ну, диван жил-жил и не дожил. Все. От дивана осталась кучка мусора. Залезли мы в машину, все так... Фома, ну выйди на голову, ты же. Ой, сука! Леха с тазиком. Сейчас поедем в сторону ставка стираться. Нет, там на самом деле песочек. И мы сядем, ну я сяду в тазик, там песок хоть, ну чтоб жопу не протереть. Лех, не, неправильно ты сделал. Вот так. На голову. На голову. Чемодан туда свой засунул. Да. Ебать, оторвал вот эту хуйню. Вот, все, Лё. Как тебе там, нормально? Уютно. Уютно? Своя атмосфера. Зеленый фон такой у тебя тут. У Виталия зеленого? Да, зеленый. Что по поводу комфорта, пацаны? Поехали. Фома, главное с пивом. Ну, то да, все, фу. То все. Поехали? Залетает, как дети в школу. Алёха, мы уже едем вообще. Да, Лёх, мы уже приехали. Мы уже приехали. В общем, ребят, катание на тазике сегодня отменяется. Тазик подождет, когда будет немножко новогоднего настроения. Тазик подождет своего часа, когда выпадет у нас снег. И я думаю, тогда будет даже лучше на нем кататься. Мы уже сели такие в машину, все уже сели, уселись, вместились. Ну, вы видели. Собрались ехать. И нифига он не заводится, смотрите. Бензина, мы проверили только, что бензина нету. Я хотел сегодня подзаправить литра 4, ну, спущенное колесо, в общем, как всегда, неудачи небольшие. Колесо спущенное, мы его только что пытались толкать. Не получилось у нас. Сейчас будем его вручную заталкивать. Все, ребят, на этом моменте будем заканчивать наше видео. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, нажимать на колокольчик, там где подписочка, жмете колокольчик, и вы первыми видите мои влоги. Подписываться обязательно не забывайте тоже. И еще можно написать комментарий, что вы думаете по поводу этого видео, я все читаю. Ну все, давайте, ребята, до новых влогов, до новых встреч, всем пока. Пока-пока. Пацаны, что там по поводу комфорта? Блин, ворота надо открыть.